Всех приветствую, я Донис. Мы продолжаем проходить Uncharted 4. Воровской конец. Хорошо, что не карман. Ох, ни хрена себе. Ты видал, какая пушка у этого наемника? Лимончики? А мы с голыми руками. Пушки нам не понадобятся. Все пройдет гладко. Хорошо, если так. Я так понимаю, тут особого смысла нету все вокруг осматривать, да? Или есть? Сокровище! Латунная чашка с нефритом. Вот как. А как крутить? Этим никак. Ну ладно. Добывайте сокровища, собирайте страницы дневника и прослушивайте беседы, чтобы счастье было. Футбол смотрит, по-моему, да? Столько лет в тюрьме. Больше всего скучаешь по мелочам. Ну-ка. Каким? По запаху лимонов. По мотоциклам. Мелочи, но они накапливаются. Ну, не такие же мелочи мотоциклы-то. Для некоторых это целая жизнь. Мастерская. Так, нам вниз, да? Как же круто все нарисовано. Ох. Чудо. Зачем, интересно? Выдержит. Я говорю, если тут что-то можно сделать, то это надо делать. Ах ты ж! Так комично он умирает тут. А. Нормально. Все, спускайся. Ну-ка, ловлю. Прыгай на меня. Раньше прыгать было не так больно. Да уж, я-то знаю. Старики. А эти твои другие находки? Те, что без меня. Хоть фотографии есть? Если бы. Елена снимала, но камера накрылась. Очень жаль. Рисунки остались. Дома потом покажу. Рисунки? На холодильнике, что ли? Нет, они хорошие. А, супер. Блин, я любуюсь. Как же красиво освещение. Это прекраснейшее. Не вижу ни одной зацепки. Так. Блин, местами что-то стало подкорачивать. Так, вон, наверх надо залезть. Ну, вдвоем, может быть? Сэм, поможешь мне? А, не, вижу. Вот она, настоящая жизнь, да, Нейт?
Поэтому ты скучал. Вот тут нормально. Ты хотел сказать опасно. У нее даже голос меняется в таких ситуациях. Так, а тут как? Зараза. Ты живой там? Да, порядок. Красотища. Прямо Монако. Но все-таки на дистанции после РДР, да, не то. Вот РДР теперь все игры испортил для меня. Плохо будет, если промажешь. Это да. Но я не промажу. Ишь ты какой. Анимация немножко мультяшная такая. Росси. Ага, спасибо. Нейт? Нейт? Что? Так. Все нормально? Да. Ну как? Славный смокинг. На все 400 миллионов. Пошли. Ладно, иди первым. Только рожа не подходит. Салли. Знаете, чем хороши вечеринки у наших... Ай, не могу, в тени сидит сигаркой такой. Знаете, напомнил мне главного злодея из Mass Effect 2. Коллег. Чем же? Курить можно где душа угодно. Харизматичный мужик. Давно не виделись. Это уж точно. А вот и мой погибший братец. Виктор? Чтоб я сдох. 15 лет. Ага. Рад, что ты жив. Угу. И чтобы он остался жив, нам нужен этот крест. Ну, тут есть нюанс. Что? Какой нюанс? Идем, сейчас покажу. Вау, какие люстры, ядрить! Вот, смотри. Это крест Эвери? Да, буквально только что принесли из хранилища. Они поменяли порядок. Для этого кое-кому хорошо дали на лапу. И сколько времени до начала торгов? Ну, минут 10-15. Но нам же надо его стащить. Есть небольшая проблема. 500 с лишним душ свидетелей. Ладно, ладно. Нам просто нужна диверсия. Какая? Ну... Как минимум свет выключить. Ну, я не знаю. Надо что-то придумать. Охрана увидит, что мы подбираемся к кресту. А если не увидит? Ну и богу, вы прям как в тюрьме не сидели. Если хочешь что-то обтяпать, жди, когда выключит свет. Точно. Ты знаешь, где у них тот рубильник? Тут вентиляция, электричество. Ага, вот он. Надо залезть туда, вырубить свет. И стащить крест. Они включат резервный генератор. У нас будет всего несколько секунд темноты. Кто-то должен стоять и ждать момент прямо рядом с крестом. Не выйдет, мы так близко не подберемся, нас заметят. Антипасти? Нет, спасибо. Как она подобралась так незаметно? Привет. Как дела? Чао. Думай о деле. А официанта не заметит? Неплохая мысль. Угу. Это сработает. Так, значит, я иду к рубильнику и выключаю свет. А я официант. Ты крутой карманник. Да? Ты спускайся туда и проследи там за всем. Если увидишь что-нибудь нехорошее, сообщай. Ну, хорошо. Ладно, шансы еще есть. Готовы? Готовы? Так, пошли за мной. Через подвал срежем. Прекрасно, мне даже сказать особо-то нечего. А ты неплохо сохранился, Виктор. Спасибо. Все из-за веганства. Правда? Да брось. Иди спять. Нет, конечно.
Красотища, не хочу спешить, давайте посмотрим тут все, насладимся. Здравствуйте. А можно подкатить как-нибудь, не? Не хочет Нейтан. Как же круто они рисуют, посмотрите. Шикарно. Вау. И сюжет прикольный, и подача, подача просто топовая, великолепнейшая. Сцены на уровне лучших фильмов. Так, смотри ты, что это у нас? Застежка для плаща, викинги. Все, больше ничего ценного нету, Нейтан. Все, хочу ведьмачье чутье использовать. Ну, я так называю все эти эффекты во всех играх. В Red Dead Redemption есть такое замедление, где все подсвечивается. В Assassin's Creed, Ведьмаке. Тут этого нету. Статисты. Немножко FPS падает в таких моментах. До 40 где-то, да? Сложная локация. Круто. Ну, здравствуйте. Уважаемые господа. Аукцион в поместье Росси, Лоты, страница первая из трех. Аукцион начинается в 19:00. Все ставки окончательные, оплата должна быть произведена сегодня до полуночи. Использование подставных лиц и или невозможность оплаты выигранных лотов приводит к серьезным штрафам. В случае необходимости администрация может организовать транспортировку выигранных вами лотов. Номер лота 539, владелец лота Cheng Cheng Holding Co. Описание: коллекция китайской бронзы. Начальная цена 200 тысяч евро. Нифига себе. Лот 34. Тоже Чинг-Чинг. Описание: 6 терракотовых воинов. Начальная цена 8 миллионов евро. Деревянное распятие. Распятие написали. Инкрустированное золотом и серебром. Начальная цена 20 тысяч евро. В сравнении со всем остальным немного. 6 золотых дублонов. 200 тысяч. Вот Нейтан мог продать свой дублон тут. И купить распятие, которое не распятие. Много всего, слушайте. Прикольно. Так, нам туда, я сначала тут осмотрюсь. Подвал в той стороне. Пошли. Ох ты ж, круто. Крутое местечко. Конечно, идиотская европейская техно. Стеклянная Венера. Извините. Тут все стеклянное. Это вроде Афина. Это, наверное, Зевс. Кто знает? Это здесь. Так, поехали. Заперто! Черт, заперто. Только что открыто было. Ну что, вскрываем замок? Нет, он электронный. Ну, ищем другой путь. Так, карточка, она нужна нам. Не повезло тебе, мужик. Видел?
карточка в левом заднем кармане. Ага, сейчас. Стоп, стоп. Ты в этом уверен? Все-таки полно народу. Уж справлюсь по старой памяти. Ладно. Так вроде Сэм карманник, не? Ну, играем-то мы, да? Вот как тут все хитро, а? Зараза! Ну, здорово. Да я и не пытался. Заметно. Стой, не уходи. Он что-то заметил. И он еще сомневался. Хорошая работа, Нейтан. Люблю смотреть, как работают профи. Так. Ладно, была не была. Это нам понадобится. Хорошо. Анальные свечи? А, нет. Удачи. Будем на связи. Это чтобы слышать, а чтобы говорить. Микрофона там вроде нету. Руки вверх. Зараза! Привет, Виктор. Привет, Надин. Приятная встреча. Только теперь я застала тебя врасплох. Ну, повезло мне, что пушки у тебя нет. Тебя без формы прямо не узнать. Ну, сам понимаешь. Иногда нужно соответствовать дресс-коду мероприятия. Неплохо выглядишь, кстати. Спасибо, ты тоже. Чувствую себя не на месте. Как же приятно, наконец, поговорить с кем-то по-английски. Хотя ты же американец. Ну, тут все претензии к моим родителям. Я шла в бар. Тебе взять что-нибудь? Да, виски со льдом. Хорошо. Интересная бабенка. Нейт? Одета хорошо. Ты это слышал? Стильно. Слышал. Некая дама пытается тебя угостить. Да, причем не кто-нибудь, а Надин Росс. Надин Росс? Не та, у которой армия наемников. Морской патруль. Боевой патруль. А, ну да. У вас была стычка? Мягко говоря, да. Но, к счастью, зла она на меня не держит. Все, я готов. Хорошо. Салли, мы готовы. Ты там осторожнее, ладно? Попробую. Готов? Да, пошли. Операция вырубания света. Нужно выяснить, где тусуются официанты. Давай выманим одного из кухни. Ну, пошли искать кухню. О, да тут еды на целую деревню хватит. А свадьбы тут проводят? Ну да, тут полный сервис. Свадьбы, бар-мицвы, подпольные аукционы. А диджей у них есть? Блин, так интересно эти места все осматривать. Я не могу. Как можно просто пробежать? Ты же такой крутяк. Увидеть все изнутри. Нарисовано так круто. И сокровище может быть какое-нибудь. Хотя странно, конечно, если оно тут окажется. Хотя для кого-то сокровище, хорошая баночка, маринада. Смотри, какие ценности. Войти можно? Ну-ка. А, послушать. Черт, официантов видишь? Нет, только наемников. Оружие на столе. Нет смысла больше смотреть, да? А это еще что? В схеме тут решетки нет. Вот, бинго. Заперто, конечно.
Золотое блюдо. Ладно. Латунная миска Бредобрея. Я не понимаю, зачем левый альт нажимать, чтобы крутить. Странно как-то. Просто можно было бы нажать кнопку мышки. Странный момент. Бредобрея — это кто бороду бреет? На план Б. Ох, как же красиво это нарисовано. Это должно быть прекраснейшее вино. Хотя не знаю, как по мне, итальянские вина, мне никогда не везло с ними. Я не любитель особо вообще пить, но люблю иногда пооценивать. С итальянским мне никогда не везло. Вот так. 2013 год, то есть тут не древние времена. Почему у них консоль была, интересно, первая? Просто нравится? Тут вентиляция. Нейт, подойди-ка. И почему у них нету машинки для мытья посуды? Тоже нравится мыть руками. Я тут кое-что нашел. Что он нашел, блин? Вот так. Да будет свет. Даже этот эффект прикольный был. Беда тут с электричеством. А фонарь ты, конечно, подойдет. Шикарно. А хорошая мысль — всегда брать с собой курильщика. Если бегать не надо. Ух ты. Я тут скоро окосею от винных паров. К счастью, за рулем Салли. А что он говорил, я нашел? Может, тут сокровище имеется какое-нибудь? Ладно, не буду я отвлекаться на это все. Все-таки это летсплей. Может, вход в вентиляцию за бочками? Тут много редкого вина. Может, с Алькасаром вином рассчитаемся? Боюсь, он вежливо откажется. Тут некоторое вино может стоить больше, чем эти дублоны. Интересные аппараты. Черт, тупик. Зараза. Так, надо идти туда и дальше двигать эту бочку. А это ничего, что Виктор болтает с Надин Росс. У ее людей жуткая репутация. А Салли, не беспокойся. Он из любой ситуации выкрутится. Так, не, погодь. Тут мы были уже. То, что мы дальше толкнули, по-моему, ничего не изменило. А, может, наоборот надо? Назад. Молодец. Вот. Странно, тут лесенка и замурована. Сюда бы динамит. Холера. Все, вижу. Вот так. Прямо небольшая головоломочка. Микроскопическая. Сюда. Красивое освещение. Смотри, вентиляция. Это наш выход. Ну, давай найдем, на что забраться. На бочку. Тут все через бочки делается. Ну да, я сам. Помощь? Какая помощь? Я держу зажигалку. Ну, здорово.
Давай наверх. Ага, есть. Тут уже, чем я думал. И много пыли. Главное, чтобы чужого не было. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Quello con il parrucchino e quella roba sul naso. Portali a sciacquature dei piatti. Наши цели, наши жертвы. Я прямо чувствую себя охотником. А это ягнята. Не, я себя чувствую чужим. Охотник из вентиляции. Можно еще слюни попускать. Черт. Ну что? Странно, что не заставляет тыкать клавиши. Дай залезть хоть. Футбол смотрит. Итальяшки. Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Вот и свежий воздух. Кстати, одежды помнем. Видно будет. Посмотри, видишь здание с радиовышкой? С сотовой вышкой. Чего? Да неважно, рубильник там. Да, ты прав. Как бы туда пробраться? Это типа намек на то, что когда он сел, еще не было сотовых. Давайте на вид полюбуемся. Великолепно. Шик. Сэм, сюда! Я подсажу. Как старые добрые времена. Так. А ты в хорошей форме. А сколько лет Сэму, интересно? Сороковник где-то? Салли, мы прошли винный погреб, идем к рубильнику. Как там дела? Салли, слышишь? Может, сигнал слабый. Надеюсь, у него все в порядке. Я не понимаю, где там микрофон в этих штуках. В этих анальных вышных наушниках. Бинго. Нашел кухню. Ну, конечно. Тут заперто. Зараза. Кучина. Смотри-ка, лестница. Можно влезть в окно и спуститься в кухню. Хорошая мысль. Я тебя подсажу, а ты залезай. Нейтан, похуже! Ну как? У Сэма вся ловчее получилось. Тихо, тихо! Бонасера. Сэм, твой выход. Что ты делаешь? Полегче с гражданскими. Что? Ну, проснется с больной башкой в одних трусах. С кем из нас не бывало? Ни с кем. Ну да. Кроме тебя. Теперь и ты. Да будь костюмчик. Ладно. Ладно, иду к генератору. Что там в тюрьме с тобой происходило, Сэм? Сэм, ну как? Хорошо, но штаны немного тесноваты. Ничего, так нынче носят. Ну, в Риме поступай как римлянин. А, потому что мы в Италии. Смешно. Я возвращаюсь обратно в зал. Да-да, Сэм, слышишь? Сэм? Зараза, связь. Стали? Супер. Так.
Ага. Да, мастерство не пропьешь. Пара сотен метров над землей. Да. Ну, вообще-то пропьешь. Просто ты не бухал. Пока что очень все понятно. Предельно просто локации выстроены, даже может слишком. Блин, ну как же красиво-то. Если слышите, я иду к генератору. Буду скоро. Вроде. Ну посмотрите, ну шик. Как можно не восхищаться? Облачка там так себе. Низкокачественная фотография. Так, я же туда упал. Хорош. Зараза. Все так на грани вообще. Каждый раз не знаешь, допрыгнешь или нет. Так. Наверное, не допрыгнем. Ага. Блин! Тут посложнее, чем в Assassin's Creed. Там постоянно везде допрыгиваешь. С краешка. Ух ты, и все на грани. Едрить! О, черт! И все равно он упал. И вам это сошло с рук? О, нет, не сошло. Все участники сели на губу на целый месяц. А что с лошадью? К счастью, на борту был запас морковки. Кто-то знакомый? Нет, просто показалось. А когда ты познакомишь меня с партнером? Как его? Дрейк? Ну, он бывший партнер. Mm. Я уже давно работаю в одиночку. Дрейк отошел. О, то есть в мир иной? Да нет, просто отдел. Mm. Вроде как остепенился, семью завел. Ну, то есть все равно, что умер, правда? Ты смотри-ка. Виктор Салливан, как дела? Рэйф. Давно мы не виделись. Лет 10-12. 15. С ума сойти. Столько лет прошло, а мы все там же гоняемся за барахлишком всяких мертвецов. Да ладно. У тебя же вроде отцовская компания. Уже моя компания. То работа, а это хобби. Неплохая у тебя работа. Ты наверняка можешь купить все, что тут сегодня выставлено. Конечно. Но какой в этом интерес? Меня интересует только нечто редкое, уникальное. Может, ты посоветуешь мне, что выбрать? Чтобы он увел у меня все из-под носа. Но если между нами, я заметил, что порядок лотов сменили. В общем, чую я, что кто-то что-то мутит. Не забывайте, где мы. Здесь все живут мутными делишками. Вот именно поэтому так нужен кто-то, кто тебя прикроет. Ну, не хочется тебя расстраивать, но ты работаешь на американца. Вместе. Мы работаем с ним вместе. Вот как? Ну что ж, вы друг друга стоите. Через минуту мы начнем торги по следующему лоту. Инкрустированное распятие из поместья Трот. В общем, не буду вам мешать. Приятного вечера, ребята. А ну стой, Салли. Как ты об этом узнал? Это? Может, объяснишь, о чем ты? Надин, боюсь, последний коктейль был для него лишним. А ну-ка повежливей, старик. Уж не знаю, как ты сюда пролез, но если ты
Только попытаешься купить крест Эвери, то этот зал ты покинешь вперед Рейф. Ногами. Ну, ты ведь меня понял. Экспрессивный парень. Рад был вас видеть. Темпераментный. Нейт. Нейт. Да что в тебя, куда ты пропал? Так, рубильник. Я справлюсь. Да, в таком костюме за своего уже не сойдешь там. Ух ты, это уже какие-то древние пещеры. Куда залез? А, куда упал? Главное, до этого я не по сюжету упал сюда же и умер. А потом по сюжету упал. Да. Ага. Так вот. Неужели он допрыгнет? Да ладно. Невероятно. Лучше б я вызвался в официанты. Так, нам туда. Так вот. Управление очень удобное вот в этих лазаньях. Просто поразительно. Самое удобное из всего, что я знаю. Так, мне, наверное, сюда все-таки. Труба отвалится, как обычно? Неужели? Хоть кто-то умеет прочные трубы делать? Так. Вот, наконец-таки. Oh, sì. Beh, non ci pagano abbastanza. Se dobbiamo fare anche gli elettricisti, allora puoi dire di no. Ecco fatto. Oh, speriamo di non dover cambiare altri fusibili del cazzo stasera. Direi che per stasera può bastare. Ma che diavolo? Pronto? Che cosa? Cosa è? Ci vuole? D'accordo, d'accordo, arrivo subito. Che succede? Что-то хреновое случилось у него там. А че он не прилипает к стенке-то? Классная детализация, да? Все разглядеть можно. Каждую мелочь. А второй где? Вот так, так. Где этот чертов рубильник? Внутри, скорее всего. А, вот зараза. А ты чего хотел, конечно? Сэм, Салли, слышите? Да это где тебя черти носят? Я дошел. Не без проблем, но дошел. Короче, вырубить свет сейчас самое время. Минуту, еще бы добраться до рубильника. Нет у нас минуты. Рейв сейчас купит ваш крест. Что? Рейв? Рейв здесь? Да, Рейв здесь. И пока предлагает самую высокую ставку. Ну, так перебей. Да? Чем? У меня нет таких денег. Салли, мы его крадем. Забыл? Давай. А вдруг он почует блеф? Спасибо. Не почует. 90 тысяч. Будут другие ставки? Если мы сейчас упустим крест, я считай покойник. Да? А если я выиграю лот, мы все покойники. Салли, мне просто нужно время. Поскольку ставок больше нет. Мы же все равно выкрадем 90 его. 90 раз. 92. А черт с ним. Бене, новая ставка 100 тысяч евро. Грации. Господа, будут еще ставки? Блин, это реально круто, знаете, со стороны даже фильма. То есть для игры это неожиданно круто прямо. Такой ход сюжетный. Браво. Итак, новая ставка 110 тысяч евро. Ну, терять-то уже нечего. Новая ставка... Спокойно. Скоро все закончится. Да,
Да уж, надеюсь. Наши жизни. Так, нужно разбить замок. Но чем? Цена достигла 130 000. Нет. В самом дальнем месте будет что-нибудь. Везде одно и то же. Зараза. Цена возрастает до 150 000. Хоть что-нибудь. Давай. Что-нибудь особенное должно быть. Да подожди секунду. Зараза. Сеньор ставит 170 000 евро. Фриман стайл, давай. Монтировочка еще никого не подводила. О, кнопка тыкальства. Здесь сзади охранника нету? Все, я у рубильника. Готовы? Я-то всегда готов. Виктор? Одну секунду. Ставка. Он во вкус вошел. 200 000 евро. 500 000 евро. Пора уже. Охренеть. Грации. Рогации. Новая ставка 500 000 евро. Джентльмен, желает продолжить? А я уж думал, придется тебя убить. Даже занервничал. Ну ладно, теперь устроим этому хлыщу. Еще ставки? 500 000 раз. 500 000 два. И распятие продано за 500 000. Дамы и господа, сохраняйте спокойствие. Тайминг. Сейчас включится резервный генератор. Украли! Браво, просто похлопать хочется. Пропустите, с дороги! Держи его! Эй, остановите его! Фербо! Что вы делаете? Он же уйдет! Вы говорите по... С Парищи. Ладно. Сэм, крест у тебя? Святой Дисмос тут. Хочешь поболтать? Мы разбудили осиное гнездо. Зал заперт, охранники бегают. Виктор, где наша тачка? На дороге перед входом. Иди на свет фар. Я подгоню машину. Часть 7. Отбой. Но на этом серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи! О, вот так вот.